Петроградский район словно специально предназначен для элитных новостроек премиум-класса. Старейший район с богатой историей и характерной для центра города архитектурой почти не осталось свободных мест по застройку, поэтому каждое новое здание строится по уникальному проекту. Элитный жилой комплекс «Собрание» расположен в самом сердце Петроградской стороны, на пересечении Большой Посадской и Малой Монетной улицы, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Горьковская». Петропавловская крепость, соборная мечеть, артиллерийский музей, Австрийская площадь, расположенные вблизи Ботанический, Александровский и Лопухинский сады, прекрасно подойдут для прогулок с детьми и отдыха всей семьей. Комплекс выполнен в стиле доходных домов 19-20 века, что подчеркнуто фасадом здания с облицовкой натуральным камнем нижних этажей, его цветовой гаммой и объемно-планировочными решениями. Идеально вписываясь в общий контекст места, дом имеет все необходимое, чтобы дать будущим жильцам размеренный комфорт, обеспеченный инфраструктурой и инженерией. Комплекс включает три здания – большой жилой комплекс, малый жилой комплекс и реконструированный гараж Крюмеля, в котором разместятся современный бизнес-центр с универсальными коммерческими помещениями. Каждый из двух отдельно стоящих жилых корпусов имеет собственный вход, собственный паркинг и благоустроенную территорию. Из окон квартир на верхних этажах открывается потрясающий вид на Петропавловскую крепость и Адмиралтейство. Проектом предусмотрены комфортные квартиры от 40 до 250 квадратных метров, квартиры с мансардами, витражным остеклением и террасами. Имеется подземный двухэтажный отапливаемый паркинг. На первом этаже разместятся коммерческие помещения.